Всем привет, с вами Лиза, и сегодня я снимаю влог. Извините, что там меня чирикает попугайчик. Да, не обращайте на это внимание, пусть чирикает, да. Я сейчас в пижаме. Да, я сейчас буду сушить волосы, да, но они хотя у меня, ну, как бы я их не мыла, но просто я, ну, как бы, в руках опоздаю, там, я же одеваться еще буду туда-сё. Да, называется мне фен. И две рисочки, это вот. Побыстрее бы. Если вы заметили, то что я постригла пчелочку, вот. Так мне сейчас лучше стало. Не правда ли? Я сейчас вот так расчесывалась. Я просто при умывании всегда так, водой, да, вот так вот делаю. И как бы, ну, они кажутся мокрыми. Я только первый раз так вот делаю. Ну, это супер. Так, думаю, все. Сейчас я расчешусь. Чуть сильнее всего кончики я расчесываю. Как вы видите, у меня уже риски тоника смылась. Да, с концов. Мне вот. Если честно. Немножко вот эта чёлка не нравится. Не нравится, но немножко. Тем с то, что она пышная, да, я люблю, когда она прилизанная. Но мама говорит, что пышнее лучше. Вот. Концы вот у меня запутанная немножко. Сейчас я вернусь. Я взяла специальное средство для волос. И сейчас я им расчешусь. Эффекта нормального никакого нету. Не то. Волосы вкусно так. Только не говорите, что я копирую видео Алены. Нет, я ничего не копирую. Только одно или два слова повторила. Ну и что? Вот так. Растрясаю, чтобы этот запах по всем. Вот так вот еще сюда. Может, сейчас еще удачу. Немножко на тройку. Вот такой, да? Чтобы. Все как бы, ну, любовь. Так. В стене еще. Вот так вот.
так. Сейчас немножечко положила так волосы, да. Так, красивее стало. Так уложила волосы. И, да, жорик. Опять же. Чирикает, ну ничего. Если вам понравилось это видео, то ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Всем пока!